Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарит, добро пожаловать в игрушку Блокпост. Сегодня будем открывать кейсы. Давайте приступим, у нас 6 ключей, и мы с вами пооткрываем кейсы. Я надеюсь, ты меня поддержишь пальцем вверх. Так, ну что ж, 6 ключей. Давайте 3 таких, хотя, давайте 6 откроем кейсов. Отлично. Нам надо что-нибудь крутое, ну пожалуйста, дайте уже что-нибудь крутое. Это мне уже это надоело. Так... Продолжим открывать. Вот хочу калаш. Калаш хочу. Пожалуйста, дайте мне калаш. По-моему, это у меня все есть. Так, синий, это значит повторяется она, да? Я так понимаю. Дитвуд К1. Да, это все есть. Мне так никогда не выпадет калаш. Ну не везет мне. Надо много-много крутить, чтобы он выпал. Замечательно. Мне больше нафиг не нужен. Да, это редкий шанс, чтобы выпадет калаш. Бизон. Замечательно. 2 ключа еще осталось. Да не, кстати, ребятки, вам выпадал калаш? Почему мне не хочет выпустить этот калаш? Ну, замечательно, блин, уже второй раз. Пипец какой-то. Так, еще раз. Да нет, слишком мало вращаю. Бизон. Почему не калаш? Потом, ребятки, делаем донат. У меня пока что денег нету. Все очень плохо, все очень печально. Так, давайте в мастерскую зайдем. А если я, допустим, берета, берета, 3 береты сделаю. Кстати, модернизация можно. Поместите 3 оружия для модернизации. Будьте, оружие будет уничтожено безвозвратно. Взамен вы получите модернизированное оружие. А, кстати, а что нужно положить сюда, чтобы модернизировать оружие? Как тебя модернизировать? Не знаю, ребят. Давайте. Так, на тебя берем. Берета. Берета. 3 береты. Я разобрал 3 береты. Получили кейс. Так, нам надо будет ключ купить. Отлично. Так, идем в инвентарь кейсы. Вот он кейс, давайте его откроем, что ли. Может, что тут что-нибудь может выпасть крутое, дать фиг там. Микроузи дали. И куда ты одеваешься, интересно? Блин, вместо пистолета бы я бы взял, ну а так просто. Дитвуд К1. Тебя что ли оденем? Так, ладно, в принципе, мы еще можем. Давайте разберем оружие. Нафиг оно нам не нужно. Отлично. И вас тоже. Начать разбор. Еще 2 кейса. Давайте откроем. И мы, у нас будет просто 0. Так, магазин. Покупаем кейс. Раз. А, ключ. Ключ 2. Все, отлично. Так, идем в инвентарь кейсы. Попробуем открыть. Ух ты, ничего себе, тут крутое оружие. Неужели что-то нормальное? Сик. Классно. Этот кейс один. Ну там круто было. Давай калаш. 5 микроузи, это ты достал. Он реально своим микроузи уже достал. Так, ну чё. Какое самое крутое оружие нормальное? Как они отличаются по этому, по крутизне? И
кажется, она должна быть классная. Давайте оденем. И снайперка есть. Все, блистательно. Идем играть, давайте немножко поиграем. То там много людей, много ребяток. Туда мы с вами и пойдем. 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 Не хочет. Так, отлично, мы заходим. Кстати, а как модернизировать, чтобы там коллиматор можно было поставить? Что надо сделать? Неплохо. Мне нравится. Я, посмотрите, как, насколько он крут, действительно. Нормально. Мочит. Блин, подобрать. Может, наверх надо подбирать? Попробуем, если быстро. Но я не знаю, можно, нет? Тут хотя бы хеды можно делать. Блокпости сложно делать. Ах, ты ж сняли. Нормально, кстати. Вот карта. Надо поставить. Да, побегаем с тобой. Вот снежок такой валит. Красиво. Красиво, ребят. Давайте я сниму, как ты ходишь. Что ты что, стесняешься? Ух ты, нифига себе, банда целая побежала. Бандиты. Блин, как подбирать? Я не успел подбирать, слишком быстро они исчезают. Ах ты, меня убили. Эй-эй-эй-эй. П-90. Достали меня посячить, кто там? Немножко пойдем. Так, нормально, я придумал. Мне эта игра нравится больше. Так, нам надо взять снайперку, наверное. Там, где елочка. Да блин, своей макушкой помешал мне. Так, второй готовы. Я видел его, или мне показалось. Ах ты ж, меня сняли. Ладно, у меня теперь снайперка есть. Я не понял, как залазить, что ли? Написали, что я расист, что ли?
Так, нормальная позиция. Мне кажется, лучше снайперить. Да, хочется, конечно, поштурмовать. Сникался. Возможно, он еще вылезет. Никого не вижу, надо в другую сторону идти. Блин! Кто тут канаву вырыл? Так, должно быть. Так, осторожненько сделаем себе защиту. Вот. Вот, отлично. Да, блин, ты в одном направлении бегай, не могу прицелиться. Ну вот, я опять расист. А, ассист. Он расист. В принципе, да. Я одну оставлю, чтобы вот так выглядывать можно было. Опять ассист. Можно полноценно убить кого-нибудь. Что-то они же оттуда бегали, перестали. Я горжусь своей снайперской винтовкой. Хотя она мухобойка, но все равно хоть что-то. Редкий случай, когда тебе снайперка попадает. А что там такое? Какая-то точка, смотрите. Не вижу никого. Вот я сейчас только... Долго тебя пришлось помучить. Сорвать бы вот эту всю стену. О! Что-то упало. Есть вариант. Какого? Ну ты издеваешься, эй! Пипец. Дурачок. Бывают дурачки попадаются, ребят. Это он был дурачок. Ну вот, из-за него все. Моя лесенка. Блин, я перепрыгнул немножко. Так, так, это моя выдуманная лесенка. Карьерная лестница. Кто же, ёлки-палки. Да давай же. Блин. Вау. Очень, очень круто. Хороший вид. Готов один. Блин, ну меня могут заметить. Так, еще один готов. Забавно. Забавно, ребят. Надеюсь, поддержишь пальцем вверх, чтобы мы продолжили. Вот самое крутое оружие. Вы можете подсказать, ребят, чтобы я знал. Но мне, в принципе, вот этот нравится. Неплохое оружие.
Так, все, я... Блин. Все, тут мне никто не помешает. А, сори. Так, парни куда-то пробежали. Сделал немножко преграды. О, я вижу там... Эй, я застрял. Я знаю, в каком направлении нам надо двигаться. Ладно, не очень хорошая идея была. Ладно, ребят, до скорого.